Дорогие друзья, все, кто находится сейчас с нами в прямом эфире на телеканале «Импакт», все мы, участники этой программы, все, кто находится, сотрудники студии, радостно приветствуем вас в прямом эфире. Сегодня у нас очень такая праздничная атмосфера. Почему? Вот сегодня мы будем обсуждать этот вопрос. Праздники христианские, языческие. Вы знаете, с одной стороны, праздник – это всегда что-то радостное, торжественное. Там, где много цветов, много подарков, поздравлений. И такая всегда, конечно же, радостная, приятная атмосфера. Вот. А с другой стороны, случается так, что подходят люди и говорят: «И как ты смеешь праздновать этот праздник? Это же грех, это же нельзя, это же…» И вот множество причин есть, чтобы сказать тебе, что ну вот как-то не должно тебе праздновать, либо ты как-то не так празднуешь, а вот по-христиански надо было бы праздновать по-другому. Все мы знаем, что есть такие праздники, как Хэллоуин, как Валентайнс Дэй, много таких государственных праздников. Вот. И, конечно же, все мы, христиане, сталкиваемся с такими вопросами, насколько мы можем там участвовать, либо не можем участвовать. Есть такие какие-то личные праздники, дни рождения там, или Новый год. Вот. И поэтому тема нашего сегодняшнего общения – это языческо-христианские праздники. Насколько они языческие, насколько христианские, и насколько мы можем, либо должны, либо вообще не должны участвовать в этих праздниках. Вот. А сейчас я хочу представить вам наших участников. Это бакалавр богословия, известный проповедник Виталий Рябиков. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы сегодня, надеемся, принесем этот праздник и торжество, и я рад послужить вам в рамках этой передачи. Да, благодарим. И также магистр богословия Григорий Авксентьев. Дорогие друзья, мы благодарны Богу, что вы сегодня с нами. Это значит, что вы любите Бога, любите Его Слово. Будьте с нами. Благословение вам. Да, благодарим, Григорий. Итак, праздники. Насколько они должны бы иметь участие в нашей жизни? Как нам их праздновать? У нас сегодня будет две позиции, которые мы попробуем рассмотреть с позиции Библии. Итак, первую позицию представляет Виталий. Пожалуйста, 3 минуты. Я, конечно же, за праздники, потому что праздник – это всегда веселье, это торжество. И на самом деле есть несколько причин, по которым мы празднуем праздники. Ну, во-первых, это всегда отдых от трудов, от работы. Вторая причина – это больше такая социальная, поскольку праздники объединяют нас, праздники позволяют нам увидеться друг с другом. Ну и самая основная причина, по которой мы любим праздники – это, конечно же, церковные праздники, когда мы собираемся вместе для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы напомнить друг другу, насколько нам важно готовиться к тому времени, к вечности, когда вся вечность будет праздник для тех, кто трудился на этой земле. Вот это моя позиция. То есть, другими словами, праздновать нужно, праздновать хорошо, праздновать нужно, так сказать, можно сказать, максимально. Такая позиция, да? Я не против любых государственных календарных праздников, если их духовная сторона не противоречит Библии. Хорошо, то есть мы об этом еще будем говорить дальше. Спасибо большое. Пожалуйста, Григорий, какова ваша позиция? Да, друзья, я также за то, чтобы праздновать праздники, но праздник празднику рознь. И так как у нас сегодня богословский час, я постараюсь обосновать свою позицию на Слове Божьем. Итак, если что-то в этом мире происходит, это не просто так, есть какая-то причина. И всякому празднику также есть причина. Но первый мой пункт моей позиции, что праздники несут сакральный смысл и общение с тем, в честь кого этот праздник. И я хочу свою позицию, вот этот первый пункт, утвердить на Слове Божьем. Итак, это книга Левит, с 1 стиха, 18 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, Я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлению их не ходите». А также 20 глава, «Не поступайте по обычаям народа». Итак, обычаи и установления. В каждом народе, в каждой земле есть свои обычаи, свои установления. У народа Божьего также свои установления. Второй пункт – духовный мир реален. И он не просто бездействует, он находится в движении. И об этом говорит апостол Павел.
Это послание к Коринфянам, 12 глава. «Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». То есть Слово Божие говорит, что люди, когда идут на какой-то праздник, какие-то силы все-таки ведут их. И третий пункт, что праздник, если он не от начала христианский, то его не должны праздновать. Также апостол Павел говорит: «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Итак, мы постараемся разобрать сегодня эти вопросы. Угу. Да, спасибо, Григорий. Итак, дорогие друзья, у нас, может быть, не совсем разные позиции, но все-таки чем-то эта позиция отличается друг от друга. И первый вопрос, который мы хотели бы обозначить, каков смысл или назначение праздника в целом? То есть, если мы возьмем, допустим, Ветхий Завет, то там, вот как уже Григорий сказал, что в Ветхом Завете праздники были соединены с исполнением закона. Это было как часть сакральности, часть жизни вот того человека, который молится Богу, и вся его жизнь была вот вокруг этого. В Новом Завете мы не видим такого, не видим никаких постановлений, что ты обязан или должен праздновать какие-то праздники. Вот, а наоборот, нам дана свобода, нам дана благодать делать то, что прославляет Бога. Нам дана христианская свобода для того, чтобы мы жили счастливо, радовались этой жизни. Вот, поэтому вот сейчас вопрос такой: в чем же смысл вот нашего празднования? Можем ли мы сказать, что наши праздники не связаны и не должны быть связаны с законом, с заветом, с Библией, а мы просто празднуем все, что мы желаем праздновать? Либо все-таки нам нужно делать ударение на то, что праздновалось в Ветхом Завете, и как-то вот исходить из этого? Виталий. Одно из обвинений, которое было в Советском Союзе христианам, что у вас нет праздников, у вас нет радости. Ага. И, на мой взгляд, это отсутствие полной информации. Христиане самые радостные, самые празднующие люди на земле. Почему? Потому что даже тексты, которые Григорий прочитал, они говорят, что Божье установление служения было в том, чтобы у людей были праздники. И самый первый праздник, о котором Бог сказал – это празднование субботы. Mm. То есть, когда мы говорим... То есть, это празднование отдыха, мира, да, общения с семьей. Да. Это мы больше вспоминаем это как заповедь, почитай день субботний, но Бог сказал, это праздник. Mm-hmm. Поэтому празднование состоит в том, чтобы правильно понимать вот эту духовную, сакральную часть. И я, как человек верующий, рожденный свыше, понимаю, что без отсутствия духовной части праздник превращается в праздность. Mm-hmm. То есть лень лежать на диване – это не значит праздновать что-то. Но сердцевина любого праздника составляет в себе либо Хорошо, культурное, Виталий, либо духовное значение. Что туда входит? То есть это дарить подарки, это просто веселое настроение, это ты пошел к друзьям за стол, чай попили, кофе, что ты Смотря о каком празднике мы говорим. Есть праздники серьезные, есть праздники карнавальные, шутливые, есть mm-hmm. праздники религиозные. А к праздникам... То есть нет чего-то такого общего, чтобы ты мог сказать, что в каждый праздник входит вот это, либо должно входить? Ну вот я разделяю для себя вот такие три категории. Например, праздник, день рождения, мы радуемся жизни. Угу. Когда мы говорим... Кто-то говорит праздник старения, кто-то... и надо плакать в это время. Американцы, например, когда они хоронят человека, даже они говорят праздновать жизнь. Угу. То есть немножко другой подход. Самое основное, как я сказал, чтобы праздник не превратился в праздность. Не превратился в праздность. И какая-то духовная должна быть составляющая или не обязательно? В любом празднике существует духовная составляющая. Ну, 1 мая праздник, Новый год. Там есть духовная составляющая? Ну, если мы говорим о духовной составляющей, как о корнях праздника, например, Новый год. Об этом чуть позже. Да, но для меня духовная составляющая состоит в том, как написано в Писании. Все, что вы делаете словом mm-hmm. или делом, все делаете во славу Божью. То есть, mm-hmm. если я не приношу в праздник духовную составляющую, которая для меня является прославление Бога, mm-hmm. Значит, это плохой праздник, либо ты его неправильно празднуешь. Это не праздник, это, как Христос сказал, за всякое праздное слово люди дадут отчет. То есть за всякий праздный, я бы сказал, праздник, праздное действие, лишенное духовного смысла, mm-hmm.
человек даст отчет. Это само по себе неправильно. А, Григорий, вот с одной стороны мы должны праздновать, с одной стороны закон как-то обязывает праздновать. По Новому Завету мы уже не обязаны праздновать. Смысл, что мы делаем в праздник? Как вот вы думаете? Давайте так, смотрите, сам Бог говорит своему народу, ты должен праздновать. Другие народы, которые даже до образования Израиля, люди просто жили на земле и все праздновали. Значит, вот эта составляющая праздника – это что-то, которое Бог дал людям, живущим на земле. То есть это какой-то особый день торжества в честь или в память какого-либо лица или события. То есть это Бог дал людям. Для чего? Во-первых, когда праздники, Бог говорил о своих праздниках. Человек не должен работать. То есть он должен уйти от этой обыденной жизни. Он должен приходить к Богу, радоваться и веселиться. То есть это день торжества. Но, да, мы знаем, написано, что мир лежит во зле, все видоизменяется. Поэтому мы сегодня постараемся глубже понять корни праздников и что нам с ними делать. Хорошо, да. Спасибо, Григорий. Коль вы уже так озвучили этот вопрос, то давайте перейдем к следующему вопросу. Мы так в общих словах попытались сейчас что-то понять уже. Давайте конкретнее подойдем. А насколько важны истоки или первопричины праздника, которые празднуют люди? Кто-то празднует Valentine's Day, да, день влюбленных сейчас. Кто-то празднует Пасху, кто-то празднует Хэллоуин, другие праздники. Вот если взять, допустим, за пример День Святого Валентина, есть очень много разных историй. Да. Кто-то говорит о том, что вот когда-то один священник, он, значит, венчал солдат с их возлюбленными, и вот это был такой святой, искренний, хороший поступок. Кто-то других говорит, что ой, Валентайнс, это Валентин страшный человек, который гомосексуалистов сочитывал там, и поэтому вот позже гомосексуалисты взяли это как свой праздник. Вот, и поэтому у каждого свой какой-то Валентин, своя какая-то предыстория. Но вот вопрос, насколько это важно? Почему? Потому что сегодня люди так говорят, что такая мне разница, какой там Валентин был. Вообще мне нет дела там, в каком первый век, там, десятый, третий. Главное, что ты сказали праздник любви. Все, я покупаю цветы. Это не самый любимый, дарю, мы радуемся, и какая разница в том, что это там какой-то чей-то, где-то, кто-то когда-то праздновал. Далее, есть ли разница или нет? Вообще забавно, когда я слышу эти вещи по поводу праздников таких вот. Да, Валентин, который был ли он вообще? Какой-то был, какой-то точно, был, да. Но я говорю так, например, у меня день рождения, 14 мая. И я говорю, 14... Это мы не рекламируем. Нет, да? Это не реклама, но для себя я говорю так, 14 мая, День независимости Израиля. Я говорю, все евреи мира празднуют мой день рождения. То есть я для себя... Значимо. Да, я для себя в праздновании моего праздника влагаю вот этот положительный смысл. Ну, или, например, у меня день свадьбы, мы сочетались 3 июля. Я говорю, 3 июля Беларусь, Минск был освобожден от фашистских захватчиков. Хорошо, возвращаемся. Важны ли духовные истоки? Да, духовные истоки важны. Если мы эти истоки знаем, мы знаем исторически достоверно. Valentine's Day, День Святого Валентина. Насколько важны истоки? Нужно ли нам праздновать, либо не праздновать, исходя из истоков? Мы не празднуем Валентина. То есть мы празднуем День влюбленных. Если, например, уж так взять историю, например, того дня конкретно, я думаю, мы найдем много ситуаций, когда люди спасли чью-то жизнь, люди кого-то помиловали, где-то король помиловал целый народ. Хорошо, значит, неважно. То есть в этом смысле для меня корни не важны. Если только, Библия говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Если я действительно исторически знаю, что праздник имеет греховные корни, бесовские, сатанинские, вот там День Святого Валентина не имеет этих корней. День Святого Валентина для меня этих корней не имеет. Хорошо, то есть это вопрос совести, если ты услышал, что... Один отличает день от дня, другой судит, а вся не равна. Если бы ты узнал, что там Валентин был негодяем, который там кого-то что-то делал, перестал бы праздновать День Святого Валентина? Дело в том, что я не связываю этот день непосредственно с Валентином. Но хорошо, значит, если кто-то лично не связывает, значит, у него совесть свободна для того, чтобы праздновать, так как он понимает. Да, потому что я скорее отрицаю существование самого Валентина,
Вот, то есть я либо эту часть игнорирую. Из них, да, либо неизвестно, какой он был, может быть, его вообще оболгали там. То есть, а Григорий, вот неизвестно, какой был там Валентин, был он святым, чистым, искренним монахом или был злым человеком, негодяем. А праздновать или не праздновать? Какие корни есть и насколько это важно? Давайте вот мы как раз на примере этого праздника посмотрим развитие событий. Я хочу сказать, что Божьи праздники, да, библейские, которые Бог установил, они всегда приносили пользу. Человек приближался к Богу, то есть тому, кто выше, святее человека, да, и человек через это освящался. Тут и все польза. Шло... Цветы приносят. Все шло в положительную сторону. Семья и так далее. Повод примириться с женой да. накануне да, этого праздника. Да. Если мы возьмем, просмотрим историю, до 16 века в основном весь мир был богоцентричен. То есть человек знал, что есть высшая сила, она выше человека, и человек обращался за советом, покорностью, он давал законы и так далее. После 16 века Ренессанс начался, все мирозрение человечества начало по чуть-чуть обращаться к самому человеку. То есть доводы человека, мысли человека, они становились уже на первое место. Неважно, что в Библии, что Бог говорит, а мы, как люди, думаем вот так. Хорошо. То есть, история да, Валентин. Во-первых, я хочу сказать, истории о нем разные, но если взять каноническую историю, о Валентине говорят, что это был человек верующий, который проповедовал императору, потом одному его служителю всю семью, его в конце казнили. То есть канонической истории нет, что он сочитывал и делал вот все, что сейчас говорят СМИ. Но официальной истории нет такой. Да, и в начале этого праздника отмечали мученичество Валентина, но не день влюбленных, как сейчас это все пришло. То есть несли цветы Валентину, а не своей возлюбленной, да? Или... Ну, просто вспоминали, допустим, о таком мученике, что он пострадал за веру. Но если мы просмотрим развитие этого человеческого праздника, то есть в современном его исполнении, как пропагандируют СМИ, то есть наблюдается, что это все больше какой-то повод к распутству. Да, люди разные, есть люди добрые, которые пользуют этот праздник для блага, посидеть со своей семьей, но по существу мы видим, что тенденция совсем другая. Мир, может быть, даже сильнее в этот день развращается, чем да, любовь, да, день любви. Любовь – это верность, это святость, чистота и у молодежи, и у семейных. А получается наоборот во многих случаях. Так что будем внимательны. Угу. Хорошо. Ну, если мы возьмем праздник влюбленных, то это как-то еще, можно сказать, такой чуть нейтральный праздник, да, то есть каждый выбирает своего Валентина, и исходя из этого считает свою уже Валентинку. Это своим праздником, либо не празднует этот праздник. Если мы возьмем такой, ну, страшный, злой праздник, как Хэллоуин, ну, он, кстати, называется даже День всех святых, вот изначально такое название было, это удивительно, конечно. Все мы знаем, что большинство христиан, они так негативно относятся к этому празднику, но есть верующие, даже пастора здесь у нас в Америке, которые видят в этом что-то позитивное такое, вот, и они каким-то образом пытаются, ну, пользу какую-то принести через этот праздник. Даже один из моих друзей, он сказал так: я на Хэллоуин, значит, поставлю у себя, с одной стороны дома, значит, страшные такие чертики, там паутина, ну, все как обычно полагается, вот, и напишу «Дорога в ад», и там напишу, что плач, скрежет зубов, там все мучение будет, вот. А с другой стороны напишу дом, а с другой стороны дома поставлю ангелов, цветы, красиво все, и напишу «Дорога в рай», и там красивая музыка такая радостная играет, вот. И спереди вывеска, значит, «Выбирай». Так вот вопрос. Значит, тут Хэллоуин вроде страшный праздник. Насколько он страшный, насколько он демонический? А в самом деле, что вот День влюбленных, он, ну, может быть, не очень демонический, да? Либо вообще не демонический, а вот Хэллоуин – это такой страшный, страшно демонический. Вот как вы думаете? Ну, Хэллоуин – это интересная история, потому что это, по сути, заигрывание со злом. И почему? Это бесплатная раздача вот этого наркотика. Знаете, как говорят, первая доза всегда бесплатна. Это реклама. Это первое. Второе... Ну, подожди, Виталий, на каком основании вот ты так говоришь, что это такое вот все злое? Ну, потому что насилие... Ну, а что мы имеем в виду? Хэллоуин, атрибутика, это кровь. Да, ну, какая атрибутика? Страшные вещи, но они же преподносятся как таким юмористическим подконтекстом, вот, что это надо весело представлять. Вот именно, что сцена убийства... Угу.
кровь, насилие, которое всеми осуждается как явное зло, в этот день это как день открытых дверей в преисподней, я скажу. То есть в этот день показывается, что на самом деле зло, оно безобидно. Жизнь человека ничего не стоит. Да, да, кстати. Вот, здоровье, мораль ничего не стоит, потому что человек должен получить через это доступ к той силе, которая больше, чем человек, и с которой, в принципе, можно дружить. Угу. Поэтому... А, Григорий, насколько это сильное демоническое влияние, вот как вы думаете? Угу. А, потому что, с одной стороны, мы можем сказать, что ну что такого, это же детки, конфетки, там побегали, что-то. А можем ли мы сказать, что там точно есть демоническое влияние, ты хочешь, не хочешь, а вот ты там засел уже? Да, вот я хочу показать ручку. Ручка – это материальная вещь, да? Да. Но ей предшествовала мысль. Мысль – это что-то нематериальное, то есть это идет материализация мысли духовного, материализация духовного мира. И в Писании написано, что из сердца человека исходит доброе или худое. И если мы посмотрим на всю эту атрибутику этого праздника, насколько это все ужасно, здравый, нормальный человек, у которого в сердце добро, он такое не выдумает. То есть это явно видно, что эти образы приходят из мира зла и материализуются через человека. То есть это непосредственный контакт с миром зла. Насколько страшен этот контакт? Ну а как вы думаете, если написано, что дьявол пришел убить и погубить? Он хитрый? Да, он заводит человека в большую ловушку, что это не страшно и так далее, чтобы человек приобщился к этому миру зла и уже не чувствовал разницы между добром и злом. Но он вор и убийца. Он пришел убить и погубить вашу семью, вас лично и ваших детей. И мы видим, что происходит сейчас в мире. Мир идет, старается дерационализировать общество человека, чтобы у человека не осталось рационального мышления. И это производится по чуть-чуть, через шутку, через какие-то передачи, вроде бы юмористические, а потом вот эта доза все больше и больше растет, и люди окунаются в больший оккультизм. Я думаю, что это очень страшно, и человек разумный, конечно, он даже не будет задумываться об этом, участвовать ли в этом или нет. Разумный человек. Это же ясно видно, как раньше говорили, белое и черное. А, да? как написано, не участвуйте, но обличайте. То и есть, обличайте, вот, да. По поводу празднования Хэллоуина я скажу немножко свою позицию в плане праздника. Я против того, чтобы вообще игнорировать этот праздник, потому что умолчание о зле... То есть молчанием не поможешь. Умолчанием не поможешь. Либо молчание, это соучастие. Пассивность, то есть просто пассивность, это согласие. Но написано, обличайте. Так вот, наша задача, мы не празднуем Хэллоуин, но мы участвуем в этот день... Участвуем тем, что... Чем участвуем? Мы участвуем... Демонстрации устраиваем. Мы участвуем тем, что этот день, когда... Мы противодействуем духовным силам. Здесь может быть пост, здесь может быть разъяснение, пост, встреча с подростками. Угу. Ничто так не завлекает человека, как приоткрытая дверь. Да. Если дверь полностью открыта, все понятно. Приоткрытая дверь, мне всегда интерес. Приспущенная, призакрытая. Хэллоуин как раз это момент, когда человеку приоткрывается дверь. Если ты хочешь идти дальше, чтобы получить оккультные знания, силу, влияние над своей жизнью, судьбой, плати цену. То есть покупай различные курсы, подписывайся на разные группы. Мы должны в этот день активно, как церковь, участвовать, а не закрываться в домах просто и... Ну, это тоже вопрос для дискуссии, как бы, что мы можем делать 31 октября, это день реформации некоторые устраивают. О, кстати, смысле это день реформации. Вроде бы причина так это отвести молодежь чуть-чуть в другую сторону. Но вот следующий вопрос, который возникает, а можно ли вообще христианизировать те негативные такие злые праздники? В 16 веке был такой доминиканец, монах Савонарола, который был в Южной Италии, и он, видя такие вот распутные карнавалы, празднества, он изменил ход этих карнавалов, он приводил туда молодежь,
которые собирали финансы для помощи бедным, пелись там благочестивые песни, и вот по чуть-чуть вот как-то привлекались люди вот в эти группы, и вот все эти веселые карнавалы, которые, как обычно, заканчивались там развратом, всем остальным, они начали заканчиваться вот именно песнопениями духовными. И вот, так вот вопрос такой, можно ли нам вот этот Хэллоуин христианизировать в таком направлении, чтобы он через какое-то время, возьмем там 5 лет, 10, программу какую-то сделаем, и все, называем Хэллоуин, и тут выходит группа прославления, поет духовные песни, мы славим Господа. Значит, насколько это реально, или все-таки духовный мир вот не позволит нам этого сделать? Вот ты упомянул праздник Карнавал, да? Что это за праздник? Да. Это был праздник перед Великим Постом. Люди отказывались от еды мяса, да? Но да. Если вы увидите, что происходит сейчас на этих карнавалах, это, конечно, полностью преступление всех заповедей Господней. То есть он ничего общего с христианством не имеет. Но Савонарола, если даже и сделал такой ход, ход конем, но на основе какого-то все-таки близко к христианскому, да, и он из этой ситуации хотел что-то вывести доброе. Да, у него что-то у него получилось. Но если брать Хэллоуин, это действительно это чистая тьма, и с ней общего человек вообще ничего не должен иметь. Ничего. Он должен быть тверд и мужествен в этом, обличать это как зло. Угу. Я считаю, что другое ничего не поможет. Это просто будет... Хорошо, то есть нельзя даже пробовать, Виталий? Да, я думаю, что с делами тьмы вообще пробовать ничего не надо. Вообще не Заменой понятий, заменой просто понятий с языческих на христианских мы ничего не добьемся. Заметьте. Подожди, Виталий. Так мы же добились. Пасха таким образом стала 25 декабря, потому что там Сатурналии праздновались, и поэтому вот так вот подтусовалось, чтобы оно... Это не произошло. Сейчас никто Сатурналии не празднует, все празднуют Пасху христианскую. Ну, это не произошло за один день. Дело в том, что мы не должны забывать, что праздник – это культурный аспект. То есть праздник... Это и культурный аспект тоже. Духовный и культурный аспект. Но праздник с его системой, как он выражается, там, карнавал, хождение, он скорее отображает культурные процессы в обществе, которые сформировались на протяжении столетий даже. Поэтому для того, чтобы нам поменять, христианизировать праздник, нам необходимо запустить вот этот глубинный процесс, начать сеять. И вряд ли мы при нашей собственной жизни увидим плоды. Заметьте, что в африканских странах, где оккультизм, повседневная жизнь, Хэллоуин не празднуется так, как он празднуется в христианских странах. Потому что это праздник, который инициирован из преисподней. И он инициирован там, где есть потенциально необходимая публика для того, чтобы сформировать взгляды. И люди посмотрели бы и сказали, о, зло – это нормально. Но когда мы смотрим Африку, там не до смеха. Потому что то, что делают колдуны, ни один Хэллоуин не сравнится со своим маскарадом, с тем ужасом. Это правда, что там демонические силы очевидно действуют. И вот, кстати, в плане этого тоже вопрос такой, насколько все-таки это влияет на людей, которые не только участвуют, но могут быть случайными участниками. Я вспоминаю, когда еще мы были в школе, учились, и нас завезли там редиску копать там всей школой. Вот. И жили мы в таких бараках, и получается ночь, все двери закрыты, приходят к нам из соседних этих самых ребята, и начинают там иголка, свечка, значит, там таблица такая, все, и начинают вызывать духа Ленина. Вот, я лежу, там прямо, считай, передо мной все это дело делается. Вот, я же не могу выйти. То есть ты пассивный участник этого? Да, то есть я не могу выйти, потому что, по правилам уже все, тихий час, и мы все лежим. Вот, они начинают действовать, но я лежу, я молюсь Господу, как это так такое тут сейчас происходит, и я тут не могу и уйти, и остаться, смотреть, как это, молюсь. Вот. Эти люди так сидят, крутят, там ждут, все это, и потом один из них говорит, что-то у вас ничего не получается. Я пошел в другую комнату. Вот, так вот вопрос, насколько эти демонические силы, они, ты шел по улице, и тут раз карнавал идет, и там и девочки, там и все, это печеньки, это конфетка раздают. Насколько это может повлиять на меня, если я вот остановился и сказал, дай-ка посмотрю, а что же у них там такого? Влияет или не влияет? Я думаю, что
мы, как христиане, мы растем, как и маленький ребенок, есть разный возраст. То же самое и христианин. Господь питает его и растет. И все эти вопросы в течение, даже с детства, Господь старается ему преподнести. Насколько я восприимчив к этому учению, это уже моя забота. То есть то, что случилось с тобой, ты был христианином, ты знал, что ты на войне, и ты должен как-то противостоять. Ты молился, и Бог дал тебе победу. Если я, допустим, как христианин, я прохожу мимо вот этих всех карнавалов и так далее, и я, понимая, что это вещь нехорошая, но начинаю останавливаться, интересоваться, конечно, это сразу эти духовные силы начинают... Вы же не участвуете в этом. Вы же не берете там эти факелы, не машете, не танцуете. Но если меня уже заинтересовало, да, как написано, что похоть рождает грех, то есть сначала это внутреннее желание все-таки мне интересно. И если я не противостоял этому желанию, не сегодня, но завтра я туда попаду. Я хочу привести интересный пример. Когда Гитлер пришел к власти, он делал вот эти большие там сценарии и так далее. Которые его слушали, здравые, они говорили, да что это за человек? Но он говорит вещи вообще, неразумные, но кто его слушает? Но когда они шли на эти встречи и попадали вот в эти места, где эти оккультные силы были в большой мере, они становились его сторонниками, адептами. То есть, если человек все-таки не убегает, как Иосиф, да, вот беда только приходит, он убежал, он не стал раздумывать, он рано или поздно попадет в эту сеть. Хорошо, то есть, вне зависимости от того, какое у тебя духовное состояние, есть опасность того, что ты все-таки попадешь под какое-то влияние. Были ли у тебя такие случаи, Виталий? Что ты вот где-то встречаешься с какой-то ситуацией, люди празднуют, и ты понимаешь, что вроде как бы плохой праздник, да, а ты как-то должен там быть или рядом, или ты оказался там, время стоит, ждешь, ждать надо, и ты ждешь, видишь, наблюдаешь, то есть пассивный участник. Такие ситуации были. Я человек эмоциональный, люблю праздники. Вот, поэтому... Значит, пропал, да? Отвечая конкретно, празднование окончания школы. Наверное, это самый первый праздник, который я оказался просто потому, что мой класс праздновал там. Там, естественно, была выпивка, значит, танцы, дискотека. Это впервые на таком празднике мне было предложено шампанское. И я буквально бежал оттуда, в буквальном смысле. Хотя мои ребята знали о том, что я человек верующий, пить не буду, и они сказали всем, смотрите, чтобы он не сбежал. И я бежал, как тот Иосиф. Это был единственный раз. Второй случай... Не догнали? Догнали, но в другом месте и в другое время. Когда я шел со школы после получения диплома, ребята идут и говорят, слушай, помоги нам донести сосисок. А я говорю, куда вы несете? А мы вот взяли выпивку, сосиски, отпраздновать праздник. Вот, уже так, по-свойски. Они мне вручили эти сосиски, и я должен был просто донести. Мы пришли в какой-то лесок там, они стали откупоривать бутылки, и я уже собрался уходить. В этот момент кто-то допил там бутылку и швырнул через себя. Бутылка попадает мне в глаз, разбивает полностью глаз, я окровавленный возвращаюсь домой. Дома мама спрашивает, что случилось. Естественно, я говорю полуправду. А, попал там, где-то побили. Она мне пророчески говорит такие слова. Если ты попадаешь на территорию дьявола, то Божья защита тебя оставляет. Я это запомнил на всю жизнь. Так вот, праздники, не должны забывать, что праздники – это массовое действие. Мы не можем праздновать единолично. Я сел и что-то праздную. Да. В основном это толпа. Что такое толпа? Толпа – есть такое понятие психологии толпы. Когда в толпе личность растворяется. Да. И вот здесь вопрос, насколько сильна моя личность, с какой целью я пришел туда. Если я пришел посмотреть, как Дина, дочь одного из патриархов, на жителей той страны, она не думала, что на нее тоже смотрят. И в какой-то момент мы растворяемся в толпе, и толпа начинает на нас влиять. И мы уже просто действуем нерационально. Да, и там, как говорят, происходит... Первый раз выпил, первый раз выкурил, первый раз сблудил. Да, и мы срок удивляемся, как со мной произошло, почему я так вот. Хорошо, у меня есть одна цитата. Значит, цитату приведу Тертуллиана, конец 2 века, то есть уже начало еще христианства.
Пишет так: что же касается совершения частных и общественных обрядов, таких как надевание тоги, то есть по-нашему это праздник совершеннолетия, помолвки, свадьбы, именины, то я полагаю, здесь невозможно усмотреть даже какой-либо намек на идолопоклонство. Исправлять свадьбу Бог запрещает не в большей степени, чем давать имя новорожденному. Значит, есть такие праздники, в которых, ну, как бы даже Иисус участвовал, то есть Кана Галилейская, и там он участвовал даже, ну, в таком, ну, неприятном для многих смысле, что перетворил воду в вино. Вот, и, ну, может быть, в нашем понятии, ну, там свадьба обязательно должна была быть такая чистая, святая. Но это была свадьба того времени, той культуры. Ну, и навряд ли можно сказать, что там та культура была такая безгрешная, у нас такая грешная. То есть, наверное, и там было всякое, и всякие свадьбы были. Но вот Иисус участвовал там. И Тертуллиан говорит, что не находит ничего такого подозрительного там, чтобы участвовать вот в свадьбах, именинах, в таких вот общественных семейных праздниках. Но есть христиане, которые говорят, что даже это как-то нельзя, ни по-библейски, ни по-христиански. Иисус нигде не говорил там праздновать что-то. Значит, так вот вопрос, что, может быть, где-то на таких греховных праздниках мы не имеем права участвовать, потому что там пьют, выпивают. Ну, а если это такие праздники, как Новый год, 8 марта, день рождения, и ты приходишь туда, и там ты видишь, что люди там присутствуют все равно грешные, и они что-то там делают. Насколько христиане там могут участвовать, или насколько они свободны в том, чтобы прийти туда и там присутствовать? Как вы думаете? Я думаю, в Ветхом Завете Господь через разные заповеди Он огородил свой народ от общения с другими народами. Это был закон. Бог через это сохранил их. В Новом Завете другая форма. Господь говорит Никодиму: ты должен родиться свыше. Верующий, настоящий верующий человек – это рожденный свыше человек. А если человек, рожденный свыше, то, что в мире для него является каким-то злом или вообще Григорий, ему можно, не нужно. Можно я более конкретный вопрос задам? Более конкретно. Приходит, настоящий человек. Зовет ваш неверующий друг отпраздновать день рождения. Вы так ничего не подозреваете. Приходите, а там все стоит, все как обычно я у понял. Неверующих. Что вы делаете? Я не маленький человек, и другие тоже, допустим, если там выпивка не маленький, у него есть уже какая-то информация, что творится там. Да. Если у меня есть эта информация, я понимаю, что там люди будут пить, анекдоты, сквернословие и так далее. Конечно, я не пойду. Я могу не ему. Нет, так я не пойду. Друга. Как вы лучший друг и хорошо. А давайте так. Очень интересный пример. Господь говорит ученикам: мне нужно пострадать. Петр отзывает Господа и говорит: Господь, да не будет с тобой этого. Вроде бы доброго желает. А Господь ему говорит: отойди от меня, сатана. Ну, подождите, вот человека попросил. Да, а человека друг попросил сосиски поднести, да? А потом с чем это закончилось? То есть давайте мы будем реальными Григорий, людьми. А при вас люди ругаются матом? Вот на работе, где да, вы работаете? Да, да. Дело в том, что бывает так, что человек говорит. Вот почему я спросил вопрос. Кто-то говорит: я запрещаю, чтобы при мне ругались матом. То есть мы влияем на людей вокруг себя, поэтому, приходя на праздники, там может быть и не быть выпивка. Я вот говоря о себе, скажу, не обязательно для меня определяющих, выпивка будет там или нет. Для меня является определяющим, с какой целью, почему я буду там. Например, это друг меня пригласил. У него неверующие родственники, там, друзья. Я единственный верующий. Были такие случаи, когда меня друг пригласил на похороны своего отца. Я был единственный верующий там. Естественно, что поминки. Я только за порог, он говорит: останься. И я понимаю, насколько важно было для него, чтобы я был там. Поэтому Павел говорит, и ты смог принести какую-то пользу там. Я не думаю, что я принес ту пользу, которую я мог принести там. Я не проповедовал. Но тем, что я был там, я поддержал моего друга вот в этой тяжелой ситуации. Хорошо, можем ли мы сказать, что это вопрос христианской совести нашей? Что вот в каждом отдельном случае ты, как человек верующий, читающий Библию, рассуждающий, ты должен рассудить, насколько ты можешь
прийти на этот праздник, быть полезным там, насколько твое участие, оно не отразится на твоей духовности. То есть ты можешь так... То есть вопрос совести твоей христианской. Конечно, конечно. Mm-hmm. Я с этим согласен. Просто вопрос был, да, сразу о выпивке, но если Дух Божий, да, он все равно свидетельствует мне, этот человек, mm-hmm. допустим, у него отец умер, он в тяжелом положении, и я... Написано, что помазание, которое у вас, оно вам подскажет. И mm-hmm. Бог поможет, да, чтобы я укрепил этого человека. Но если я знаю заранее, что там будут вот эти... Разгул такой, mm-hmm. ну, конечно, я туда не пойду. А, хорошо. А что делаем? То есть, может туда не идти? Если может туда не идти, это хорошо. А если это праздники, которые для нас, христиан, являются хорошими праздниками, но не библейскими. То есть, возьмите День да Матери, угодно, да. День Отца, Новый год мы празднуем. Ну, в каком-то смысле мы можем сказать, а где ты Библию нашел, что это надо праздновать? Или кто-то приходит там из других религий, говорит, что там Иисус не говорил праздновать, вы решите, что празднуете, да? И в церквях даже мы устраиваем День Матери, матерей выводят, цветочки дарят, благословляют их. Значит, что вы скажете тем людям, которые вам скажут, что вот Писание не говорит? Не дает такой заповеди, чтобы мы праздновали это. Это вы язычеством занимаетесь. Ну, конечно. 8 марта Писание не говорит праздновать, и дни рождения. Если мы смотрим на букву, угу. которая убивает, что убивает? Убивает всякий смысл. Закон убивает, который ты не хочешь выполнять. Ну, даже не столько закон, сколько сама буква. Вот написано, Христос не ездил на велосипеде. Ну, и я не буду ездить. Вот это есть буква. Логично, да. Да. Но говоря, например, День Матери, эти праздники, это христиане в первую очередь должны их праздновать. Потому что написано, почитай отца твоего и мать. То есть есть моменты, когда солдаты служат, и у них должен быть день, чтобы поздравить, благословить своего отца или мать. Я удивляюсь, когда христиане говорят, что мы должны отказаться от всех праздников, мы должны снять кресты, мы должны там повыбрасывать все атрибуты, потому что... Свидетели Иеговы, кстати, придерживаются такого понимания, потому что нельзя праздновать ничего. Это гордыня, это ты как-то себя возвеличиваешь или кого-то из людей. Нет ничего более гордого, как человек, который не празднует, не празднует, потому что в праздниках, еще раз, существует вот этот социальный аспект, который мы вносим. Например, почитай отца и мать. Или же родители, отцы, не раздражайте детей. Момент, mm-hmm. когда я должен попросить прощения у ребенка, показать любовь свою. Если я буду каждый день это делать подарками, я просто разбалую. Mm-hmm. Но в тот момент, когда исполняется, например, 18 лет, 18-летие, особенный день, когда мы приглашаем служителей, чтобы помолились, чтобы показать mm-hmm. или крещение, Ясно, праздник. Значит, можем. Можем. Обязательно. Григорий, празднуйте да. день рождения, там, день да, матери. Да, я думаю, отца. Что праздник должен состоять в том, допустим, у меня дети. Если день рождения, я стараюсь, чтобы мой ребенок понял, Бог дал тебе жизнь, Он вызвал тебя в бытие, угу. да, то есть Он благ и милосерд и дал тебе это. Давайте поблагодарим Его за это. То есть можем праздновать. Да. Хорошо. Тогда уже последний вопрос у нас остается. Что нам делать с нашими христианскими праздниками, о которых нам говорят, что вы что делаете? Это же языческие праздники. Это Рождество и Пасха. Вот. То есть почему перенесли Рождество на 25 декабря? Ну, так вот говорят, что это подстроили так под Сатурналии языческие, где вот там праздновали, гуляли, там с Сатурном связано, жертвы приносили, там такие аморальные действия совершали. Вот, а христиане взяли там с осени, перенесли Рождество на зиму, чтобы вот как-то подстроиться и чтобы использовать. То же самое о Пасхе. То есть сейчас у нас почему эти куличи, яички, там все это? Ну, потому что это Бог плодородия, потому что язычество вот так вот повлияло на христианство. Каков должен быть наш ответ вот тем людям, которые нас обличают в таком вот, ну, язычестве или участии в языческих обрядах? Но дело в том, что ответ такой. Если говорить о христианских праздниках, я задаю вопрос таким людям. Почему мы не празднуем праздник День усекновения головы Иоанна Крестителя, например? Да, кстати, почему? Ну, потому что это библейский праздник. Это начало Нового Завета. То есть это последний пророк Ветхого Завета. Или, например, у пятидесятников конфессиональный праздник должен быть у язычников, не у пятидесятников, у язычников день, скажем, Корнилия.
Угу. Это первый момент, угу. первый день, когда... Вот, кстати, почему не празднуем? Вот, надо давайте, было, да? Я вот предлагаю сейчас этот праздник вести. Дорогие друзья, вводим праздник, день Корнилия. Вот, никаких валентайнцев, сейчас у нас будет Корнилий. Но серьезная сторона, если говорить о серьезности. Да, праздновали Сатурналии, да, язычество было. А с чем не было язычества? Мы пришли из-за язычников. И Павел пишет, что вот так, как вы, ваши члены, то есть руки, уста... употребляли в служение тьмы, так употребляете в служение и добрым дел. И, кстати, стих, который Григорий вначале прочитал, очень замечательно говорит, что «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». И Павел сразу говорит, что так как вы были водимы к бесам, он сразу проводит аналогию, вот точно так, то есть с таким усердием, с такой похожестью вы должны стремиться в служении Богу. Поэтому мы часто видим эти параллели. Ничего страшного, если где-то что-то там, какая-то связь есть. Григорий, в каком-то смысле, можно сказать так, что даже обряды Ветхого Завета, которые Бог постановил, они, по сути, взяты тоже из язычества. То есть то же самое обрезание. Это взято от... Оно присутствовало во многих семитских народах. То же самое возьмите некоторые другие обряды, которые там присутствуют. Омовение. Это все присутствовало у язычников. То есть это ничего нового, а просто Бог якобы постановил. И те, кто не знает, они думают, что вот это там... вот как нам к этому относиться? Если Бог так сделал, взял языческие обряды, установил их и сказал, сейчас вы исполняете, то, может, это и нормально, что мы берем там Сатурналию и говорим, не-не, Сатурналию оставляем в сторону, а празднуем Пасху, Рождество сейчас в это время. Я не думаю, что Бог взял от язычников. Почему? Потому что какие-то, да, Авель принес в жертву. Ну, жертвоприношение это и язычников да. было. То есть у человека написано, что закон вложен в сердца язычников. То есть какие-то вещи Бог вложил каждому человеку. То есть это язычники взяли от божественного? Да, я и думаю, да. мы отбираем то, что они забрали да. у нас. Да, с другой стороны, давайте посмотрим Павел в Ареопаге, да? Он видит статуи разных богов и видит одно. Он быстро берет повод. Да? А вот про этого я вам сейчас расскажу. Почему? Вот это интересно, для да? спасения человека. То есть это мы, если мы всегда будем думать сейчас, о спасении... Можно вернемся чуть-чуть? Да. Так что вот с этим язычеством? Должны ли мы сказать, что подумаешь, там что-то взяли это язычники? Или там подумаешь, дату перенесли, подумаешь, что... Ну, либо как-то нам сказать, не, это что так серьезно, как бы как это мы там в тот же самый день, полнолуние... Я думаю, что мы вот это от язычества не взяли, мы же Пасху все-таки празднуем, а не языческий вот это праздник. Ну, это же дни плодородия, там, дни, когда в язычестве празднуются богиня плодородия. Но это то же самое было почти в то же время. То есть разницы большой нету. То есть Да, в плане Рождества тут еще вопрос. Хорошо, то есть мы не можем ничего такого конкретного сказать, что вот это или надо, или не надо. Последний вопрос. Можем ли мы сказать так, что, друзья дорогие, относитесь к праздникам, исходя из пользы? То есть, если вы можете принести пользу посредством празднования этого, то есть, если через этот праздник прославится Бог, если через этот праздник вы можете евангелизировать, проповедовать, что-то доброе сделать, то тогда празднуйте, не обращайте внимания на все эти вот кто там, что там, где там. Либо все равно надо думать. Ну, в частности, допустим, можем ли мы так сказать, что День Святого Валентина, дорогие друзья, используйте по максимуму этот день. Даже некоторые епископаты так и говорят, что это же день Святого Валентина. То есть это же уже вы вспоминаете людям, что что-то вы имеете в виду о святости, что-то о любви. И можно же выйти перед людьми и сказать, дорогие друзья, давайте все вместе отпразднуем праздник любви. И вы знаете, что такое любовь? Выйти с демонстрации, там плакат показать. Спроси у меня, что такое любовь. Человек проходит, что такое любовь? И мы ему показываем, о, это в Боге любовь, это не там какое-то что-то, валентайнс какой-то. Вот Бог дает истину любовь, и мы проповедуем людям посредством этого праздника. И неважно, какой праздник, и мы проповедуем. Можем ли мы так использовать эти праздники? Дима, ты замечательно ответил. То есть вот мои мысли буквально. Потому что Христос, когда учеников увидел их у лодки, говорит, пойдемте, я вас сделаю ловцами людей. Другими словами, он же не сказал, пойдемте, я вам проповедниками сделаю, евангелистами. Он сразу провел аналогию. То, как вы ловите рыбу, вы будете людей ловить для Царствия Божия. Мы называем сейчас это маркетинг. Взять чужие сети, ну или нет, так сказать, нет, обычные сети, которые те ловили. Да, те же принципы, если они не нарушают прав и свобод другого человека, не противоречат Библии. Вот,
сыны века сего догадливее сынов света в роде то своем. Они используют праздник они для используют, своих целей. Да, они продадут нам и открыточку «Христос воскрес». Не обязательно там про куличи говорить. И угу. воскресенье, и на Рождество продадут разные напоминания, что Христос родился. Только чтобы прибыль была, только да? Только чтобы прибыль. Мы для Царствия Божия все методы хороши. Можем ли мы использовать, так сказать, вот все праздники, ну, кроме Хэллоуина, наверное, да? Для того, чтобы донести людям светлое, чистое, разумное. Апостол Павел говорит, что для всех я был всем, чтобы приобрести некоторых. Но, когда он говорит, те, которые под законом, без закона жили, он говорит, но я не был чужд закону Божьему. Я думаю, в каждом случае мы должны разумно относиться. И то, что иногда мы должны говорить с кафедры, это одно. Почему? Потому что Павел говорит, это столб и утверждение истины. В частных беседах мы можем говорить другое. Не то, что другое, а я имею в виду, что с кафедры должно звучать чистое Божье слово, а в беседах, да, мы можем поправлять людей, мы можем подводить людей. То есть, я думаю, все-таки мы должны различать. Григорий, иногда печальная ситуация, когда в самих церквях, даже на христианские праздники, нет евангелизации, нет каких-то таких мероприятий, направленных на неверующих людей, а вот просто детское такое мероприятие, где подарочки раздали, повеселили, а тем более говоря о том, как мы можем достигать людей, если мы даже на Пасху, на Рождество, мы не евангелизируем, даже используя эти праздники наши, исконные, так сказать, родные наши праздники. Что сказать тем верующим, которые вот как бы еще сомневаются, праздновать, не праздновать? Не, ну Пасху, я думаю, верующие все-таки еще празднуют. Я имею в виду праздновать с намерением евангелизации. Да, да, я думаю, не должны это делать. У вас празднуется Пасха и Рождество с таким эволюционным направлением? Я вот думаю, что, к сожалению, этот момент очень сильно уходит. Вы помните, что в Израиле Пасха перестала праздноваться со дней Саула. Да. Он не пришел, не сказал, знаете, сегодня Пасху не будем праздновать. Что произошло? Праздник умер не потому, что его отменили, а потому, что произошли корневые вот эти изменения, и Пасха не праздновалась ни Давидом, который был в близких отношениях с Богом, ни другими царями. Вплоть, по-моему, до Ездры или Езекии, да, то есть впервые он этот праздник праздновал. Поэтому евангелизация, к сожалению, да, уходит. Хорошая сторона в церквях, то, что раздаются там подарочки. Знаете, я с детства не помню проповедей вот так вот ярко. Но если бы не эти подарки и вот эти вот лошади, коники, верблюдики, и не понял бы Рождества. То есть я говорю, что для каждого возраста, для каждого уровня свое. Но евангелизация, конечно, должна присутствовать при праздниках обязательно. Хорошо, дорогие участники. Сердечно вам благодарность за ваше участие. У вас по 2 минуты времени для того, чтобы выразить заключение ваше и пожелание нашим дорогим телезрителям. Пожалуйста. Друзья, очень приятно было к вам обратиться с этой темой. И мое пожелание – празднуйте праздники, но в первую очередь те праздники, которые открывают в вас действительно дела Божьи. Очень много мусора в мире, очень много поводов, и каждый день можно найти повод, что праздновать. Но мое желание, чтобы мы не забывали такие праздники, как водное крещение, когда мы вступили в завет с Господом, дни рождения наших детей, особенно, конечно, мужья. Сегодня, неважно, как вы относитесь к Валентину, к Дню влюбленных, обнимите ваших жен, благословите ваших дочерей. И все, что служит к миру, оно приносит в наши дома праздник. Давайте не будем забывать, что Дом Божий, как Христос сказал, наречется тем домом, где будет молитва. Мы не должны забывать, что в наших домах живет Господь, Он смотрит на наши сердца, и мы должны быть в наших домах как миротворцы. Другими словами, состояние праздника всегда должно быть в наших домах. Пусть Господь благословит вас. Да, благодарю, Виталий. Пожалуйста. Да, я также согласен с этим. Господь говорит в своем слове, говорит, что «служите Господу с весельем». То есть служение Господу – это высшая радость. Если мы к Господу приближаемся, действительно, это праздник жизни. Второе. Я вчера, когда готовился к программе, нашел интересные мысли о семье. Господь создал семью. Почему? Одной из целей. Человек эгоцентричен. Когда он женился, он свою любовь уже делит не только на себя, но и на свою жену. Рождается первый ребенок, он делит свою любовь уже и с ребенком. То есть вот эта эгоцентричность делится в нас.
когда я спасен, у меня рождается любовь и к другим людям. Угу. То есть я свою любовь должен делить, я должен любить людей. И, конечно, если в моем сердце вот эта любовь к этой душе, чтобы она не попала в ад, а для спасения, да, я могу использовать все методы для этого. Но я все-таки еще в конце хочу предупредить. Мы живем в определенных временах. И я считаю, что мы живем сейчас в время притчи о 10 девах. Господь говорит, все 10 дев уснули. Мы должны обратить на это внимание, не только 5, но все 10. И написано, что когда прозвучал глаз жениха в полночь, то есть когда полная тьма, мы должны ориентироваться, что происходит, бодрствовать. Пусть Господь всех вас благословит. Дорогие друзья, думаю, что эта программа послужила для вас большим благословением, потому что мы рассмотрели эту тему с разных сторон, мы поднимали разные вопросы. И какое заключение хочется для вас сказать? Друзья дорогие, у нас в жизни слишком много переживаний, слишком много трудностей, горя всего. Нам нужны праздники. Празднуйте праздники. Они нам помогают как-то выжить, помогают ободриться, помогают нам забыть о чем-то плохом, вспомнить о чем-то хорошем. Это самое первое. Второе, конечно же, самое лучшее – это использовать эти праздники для проповеди Евангелия, для того, чтобы сделать что-то доброе, что-то хорошее. Поэтому, если придя на какой-то праздник, мы можем туда принести что-то ценное, даже хотя бы наше присутствие, показать людям, что мы служим добру, что мы служим Богу, это уже то, что ценное, прекрасное, что мы можем туда принести. Вот. И, конечно же, рассуждать, чем мы сможем быть полезными для тех близких, с которыми мы это празднуем. Потому что каждый праздник, который мы участвуем, мы можем не просто подарить подарок, мы можем не просто подписать открыточку, мы можем нашим старанием, нашим усердием, нашим вниманием, которое мы окажем этому человеку, засвидетельствовать и передать ему частичку нашего сердца, нашего добра, нашей любви. Вот. И последнее, может быть, самое главное, чтобы через все это прославлялся Господь. То есть, если мы приходим на какой-то праздник, и мы видим, что там Бога нет, там что-то случается плохое, то, конечно же, как мы уже говорили, что нужно нам задуматься, стоит ли нам вообще там быть или участвовать. Может быть, нужно уйти оттуда, даже убежать. Вот. А если быть, присутствовать, то что-то принести для того, чтобы имя Божье было прославлено. Чтобы люди точно знали, что мы верующие люди, мы приносим свет, мы приносим соль этой земли. Мы служим для того, чтобы этот праздник, он стал славой для Бога. Вот. И только тогда мы будем знать и будем уверены в том, что то искреннее, что мы можем принести людям, оно будет библейским, оно будет христианским, оно будет чистым и светлым. Поэтому храните себя от зла, празднуйте хорошие праздники, остерегайтесь плохих праздников, вот, но обязательно, чтобы праздники были в нашей жизни. Если их не бывает, либо очень редко бывают, то сами делайте, устраивайте такие праздники для вашего духовного, морального состояния. И, конечно же, в эти праздники радуйтесь и прославляйте Бога. Спасибо, что вы были с нами. С вами был «Импакт». До встреч в эфире.